Царь скорпионов. Восхождение воина. В древние времена между реками Тигр и Евфрат возникло могущественное царство, и называлось оно Аккад. Многие поколения лучших придворных воинов, именующие себя черными скорпионами, держали в повиновении все окрестные племена. Кодекс чести повелевал им биться до последнего воина и умереть, но не бросить своего повелителя. Их ратное искусство высоко ценилось, а сами воины становились личными телохранителями принцев и императоров. Самым прославленным из всех черных скорпионов был Ашур. Но своему сыну Матаесу Ашур не позволил даже попытаться завоевать почетное право вступления в ряды черных скорпионов. Я должен следовать своей вере, и я запрещаю тебе отправляться завтра на состязание. Ты считаешь, что там тебя ждут только слава и почет? Но это не так. В жизни мне приходилось совершать неблаговидные поступки. Поверь, сын мой, и тебе придется. Но, как и многие мальчишки его возраста, Матаес не послушал предостережения отца. Вас 24 юноши! Вы пришли сюда, чтобы продемонстрировать свои навыки в искусстве ведения боя! Но лишь 12 будут отобраны и пойдут дальше! 6 лет они будут постигать воинское мастерство, чтобы стать черным скорпионом. К бою! Вперед, в атаку! Вы хотите стать скорпионами? Сила — это жестокость! Лейла! Матаес? Я думала, твой отец... Я сбежал! Ты сумасшедший! Сумасшедший? Я дерусь не хуже любого мальчишки! Да что ты? Докажи! Стоп! Девчонкам тут не место. Пусти ее! Взять его!